Друзья, привет! Снова IKEA Краснодар, снова ваши неугомонные просины. И сейчас мы будем снимать новинки. Говорить мне в этой, дышать мне в этой маске удобно, говорить неудобно. И, кстати, объективы камер очень тяжело фиксируются на масках. Да, Юрьевич? Через раз попадает. Поэтому сорян. А, так, будем смотреть новинки полностью, подробно, детально, в принципе, как мы все это и делаем. Мы, конечно, чуть-чуть подзабыли новинки, мы около месяца их не снимали, у тебя их появилось много. Поэтому будет, наверное, обзор большой. Очень большой. При этом Дима мне не дал пообедать. Так, диван Брисунт, 19-20 тысяч без рубля, в новой ткани, рудорно-бежевый. Дим, показывай ткань. Слушай, вот эта ткань мне более-менее нравится. Она не такая колючая. А, ткань очень интересный оттенок. Очень интересный оттенок идет, он якобы с вкраплением, с разного ракурса, он смотрится по-разному цвет. Он иногда, если комната темная, то он бежевый оттенок. Если в комнате будет светлый свет, очень много света, то он в розовинку отдает. В принципе, для 20 тысяч, друзья, для угла с козеткой. Вы знаете, наше отношение к диванам Брисунт, это среднее качество, но... Если мы говорим про диван в гостевую комнату, про диван, когда вы хотите, да, просто применять по назначению, но это не постоянно ваше спальное место, Брисунт сойдет вот в этой ткани более-менее. То есть вот здесь соответствует он 20 тысячам. Еще две новинки в отделе диванов. Вернувшийся диван Холмсунд. По крайней мере, раньше он был со съемным чехлом. Сейчас посмотрим, как это дело обстоит. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Ну, судя по всему, он так и остался съемным, это радует. А ткань фактически не изменилась. Дим, иди сюда. Единственное, что сразу скажу, вот здесь идет это вкрапление белой нити. Априори оно должно не давать, да, так быстро пачкаться, но именно вот это цветовое сочетание, вся грязь видна. А давай заглянем вовнутрь, изменилось ли качество, потому что Холмсунд нас покидал на год с небольшим точно. Я уже вот здесь подготовил, свернулся и прямой, и угловой. Угол стал стоить 44, прямой стал стоить 40. Два хвоста. Дим? Ну, на себя и все. Сверяй, я тебе это. А, ты хочешь так показать? Механизм показать, конечно. Да, там ничего интересного нет. Да. Здесь вот о чем все говорят, фанерки здесь нет, друзья. Нет икейских диванов здесь, вот этой части. Прошито. Да. Ладно бы на это. Вот эта часть несъемная, эта часть несъемная. Походу диван вернулся наполовину со съемным чехлом. Интересно, как здесь. Хотя вот тут вроде как задирается. Цвет мятный очень классно. Новый столик прям идеально подходит. Я будь вот это вот будет протираться часть угол. Блестеть будет. Будет. Он и так атласный вот чуть-чуть немножко. А, ткань более бюджетная. У тебя цвет передачи серит. Как бы его показать? Ой, я это, немножко в редакторе это. Вот, покажи на фоне столика, потому что они более-менее, да, цвета соседи. Вот в чем вообще фишка Холмсунда, почему его вернули? Во-первых, это вот уютность, это куча больших подушек, и из него можно обыгрывать все, что угодно. То есть это, в принципе, классический, ребят, диван. Ну вот смотри, о чем я говорила, да, то есть вот его задвигают, выдвигают постоянно, как новинку теребонькают и пачкается. То есть ткань, вот, кучая, скажем так. Но раньше вообще было в однотоне, в белом, розовом цвете. Это пачкалось в никуда. У нас несколько клиентов есть, которые пользуются данными диванами. И у одной клиентки аж 4 чехла. Она говорит, у меня такое семейство, что я чехол раз в неделю чистый одеваю, остальное потом либо сама, либо в химчистку. В общем, у кого... Не выключил еще? В общем... У кого диваны Холмсунд есть, давайте рассказывайте, как вам новинка, кто уже успел цапнуть. И хочется мне сравнить старый и новый. А, ухудшилось ли качество? Вот это меня очень интересует. Как вот, например, с бединги сейчас происходит, да? Да. Ом Тенгсам. Мы вам уже снимали в Нижнем, показывали это кресло со всеми вот этими съемными подлокотничками, подушечкой. К нему появился за 8 тысяч табурет. В чем фишка табурета, ребята? У него угол наклона позволяет сразу расположить ножки так, как удобно. Он, конечно, подороже, чем Страдмон, да и вообще кресло дороже, чем Страдмон. Но вот
такой вот интересный товарищ. Если имеет какую-то деформацию, нет, или он сам по себе такой? Вот он такой. Он на липучках или прошитый подушкой? Прошитый, как матрешка. Ты ничего с ним не сделаешь. Здесь каркас обтянутый мягким тканью, а сверху вот это и очень легкий. Вот он внутри. Буковые ноги. Блин, ну не знаю, 8 тысяч, по-моему, это... Да вообще вся линейка Omken Sound нифига не бюджет. У Дрёна появился новый цвет, интересный, черно-белый. Давно, кстати, такой коллекции не было, чтобы именно... Вообще, в последнее время Дрёна стала выходить цветная. Смотрится интересно, но единственное, что вот он, знаешь, он какой-то переходовый. А можете полностью достать? Покрутить везде? То ли его затерли? Нет, у себя вот. Ну, у себя покрути, ко мне не надо подходить. Нижнюю часть, внутренность. Смотри, вот какой-то кособокий он, вот честно. Обычно Дрёна более такая вот набитая, плотная, да, вот, ну, я не знаю, бирюзовую возьму. А ну, этот... что, он похудел, получается, что? Да, уплотнитель стал тоньше. Вот эта сама штучка. Чуть потоньше, поэтому он не так держит крепкую форму. А цены на сколько? То же самое, 279 рублей. Двери Оствик. Я их уже показывала как-то в Нижнем мимоходом. Мы смотрели с Димой. Здесь почему показываю? Во-первых, хочу показать, отметить IKEA Краснодар. Подскажи, удобно? Не Падать очень. Неудобно. Но вот эту любую панель можно снять и подойти к собранному готовому Best и посмотреть, как именно этот цвет будет смотреться у вас. Это раз. То, что мне понравилось. Дальше. Вот про это мы твердим Нижнему давно. Ребята, это несложно. Это не только Нижний. И в Ростове такое есть, и в других городах есть. Ребята, это классно. Смотри. И я уже вижу, как это смотрится. Зачем ручки делать отдельно от панели? В общем, вот этот Оствик сочетается с Хемнесом, с Хопхусом и с Паксом. Классический белый, выпилы, как у новых зеркал. Кстати, до зеркала мы сейчас дойдем, его давно уже просят показать. И вот такая у нас еще штучка появилась. Сутервикен. Очень напоминает раничные фасады, только изменилось название. Есть в белом цвете. Размеры, ребят, все как обычно у Беста, классика. И вот в таком красивом бежевом цвете будет сочетаться с форсант, по-моему, если не ошибаюсь, двери бежевый такой. Ну, сейчас дойдем до Паксов, я гляну, могу ошибаться. Угу. Ребят, очень всех интересующая серия Хауга, которая выходит полностью как альтернатива, что-то среднее между Хавста и Хемнесом, сразу скажу, это бюджет, это более низкий ценник. Даже сравнить особо не с чем. Вот смотри, например, вот такой шкаф с двумя дверями стоит 7, а маленький стеллаж почти такого же размера Хавста стоит 10. Причем это просто стеллаж. Ребята, это альтернатива тем, кто хочет вот такую эстетическую мебель, очень похожую на Хемнес. Если мы найдем полноценно выставленную серию в магазине, мы снимем обзор. Потому что где они по отдельности сосредоточены в интерьерах, там их не покажешь. Вот, но на что хочу обратить внимание, Дим, ты прям очень удачно встал. Вот смотри, вот Хавста, вот Хауга. Это как Калакс и Фридлиф. Mm-hmm. И то, но, вроде ребят, похоже, она разная, но... понимаете? Вот Хавста – это массив, это добротно, это такое тяжелое, плотное все. Хауга более легкая, но она более бюджетная, поэтому выбирать вам, но... Это альтернатива в плане стиля, но не альтернатива в плане качества. В семейке крутящихся рабочих мест обновление. Ой, ты какой хорошенький. Прыгает. 7000 рублей сие чудо природы стоит. Обивка ткани Guna Red темно-серый. Это как у диванчиков, которые вот розовые с ушками. Извините, но название я тоже иногда это... Буду. Я рекомендую вам присесть. Присесть сейчас. 10 лет гарантии. Съемный чехол. И есть еще в бежевом цвете. За 100. Ну, он вот больше, видишь, для чего? Что ты вот как бы попу можешь пришурупить к нему слегка и работать. Ну вот. Слушай, а удобно? Я же всегда, даже в Марио, в этом,
А в Маркусе на краю. Пониже, или самый низ? Это самый низ. Очень плохо. Чего? Как раз для столов именно с выезжающей. Полка, она не очень подойдет, потому что расстояние очень маленькое, смотри. Нет, все. Все, стопор. Вот давай к Мальму прислоним. Да я вон уже возле Алекса сижу, мне низко. У меня коленка, мне удобно, они врезаются. Давай эксперимент. Мальм, он рядом уже? Где? Вот. Ой, что тут не сделаешь? Мальм и стол этот соседний. Мальм нормально. А вот этот... Это выше будет, еще удобнее будет. Он на регулируемой ножке Олаф, он поднятый. У тебя за счет того, что у тебя регулируемые ножки, попробуйте вот эти ощущения испытать. Как будет тут? Вот как с ним можно снимать, а? Никак. Попробуйте так, подойдите так. Все ради контента. Сядьте, ля. Ой! Куда же вот так? Удобно. Слушай, Таня, а может быть это может быть альтернатива барный стул? Да. Он максимально, посмотри, по этикетке 64 будет или 73. Ладно, сначала присядь, а потом посмотри. Максимальная высота сидений 81, минимальная 69. Вполне альтернатива к барной стойке. Потому что он крутится, и вот для ног именно вот эта сама подножечка очень актуальная. Ну, единственное, для дома у него разгон все-таки широкий по ногам, он будет дофига места занимать. А так интересный. И чехол съемный, если мы разговариваем про комнату. Почему я говорю? Просто можно убить два зайца. Если у вас комната маленькая, вы можете стыбзить с кухни барной. Как рабочий стол, его да, сделать. Да, и временку сделать, как рабочий стол. Ну, сначала Дима меня заморочил, теперь я Диму заморочила. Смотрите, что я нашла, но отодрать не получается. Столешница сальян, бежевый под ламинат. Смотрите, какой классный переход цветовой. Это ламинированная столешница, 1,86 м и 2,46 м. А длинная стоит 5, короткая стоит 4. Кстати, не забывайте, что две окантовки прилагаются, чтобы закрывать срезы. Ну и гарантия, соответственно, 25 лет. Новых столешек я не вижу больше. Еще одна новая столешница – Eggbacken. Значит, длинная, получается, будет стоить 7, коротенькая стоит 5. Тоже ламинированная, 2,8 толщина. Кто успел урвать лимон, вот такие столы, можно сочетать, да, сделать. Из лимона кухонный стол и со столешкой в один рисунок сделать. Вот что я придумал. Сейчас мы эго Икеи, ультра-эго поднимем. ЧСВ причешем, да. Раковина, одинарная врезная. Килсвикен. Значит, здесь у нас, ребят, кварцевый композит. То есть это альтернатива каменным раковинам. 25 лет гарантии. Кварцевый песок и акриловый пластик. Нет такого геморроя, как с каменными мойками. Они не такие холодные, они более приятные к ощущениям, они более износостойкие. Смотрите, значит, из этого материала у Икеи есть круглая раковина, она уже давно в ассортименте. Теперь появилась за 17 тысяч размером 72 на 46, при этом может быть два вида монтажа вовнутрь и наружу. Ну как, вот здесь нет примера, чтобы показать. И точно такая же с крылом. Смотри, от перелива. Ну, скажем так, чем дороже предмет, тем больше на нем приблуд висит. И еще смотри, какая мне штука понравилась. Вот это я рекомендую сделать всем Икеи. Ну, надеюсь, теперь я почешу себе ЧСВ. Нас обычно слушают. Примерить можно. Да. Любой каждый кран. Смеситель. Вы можете примерить. Ребята, это реально классно. А мы, кстати, никогда про краны еще не рассказывали полноценно. Надо исправить. Ну а что делать? Они хорошие. Они что про них говорит? Что про них говорить? Они говорят хорошие. Вот этот кран Тольшон стоит сейчас на 2000 дешевле, чем обычно. В общем, вот это вот прям плюсик в корму Краснодару. Ребят, а в Краснодаре, конечно, ножи не так выигрышно представлены, как в Нижнем, но большое жирное. Их не прячут, как прячут в Нижнем Новгороде, еще вот так, и еще и в ящик, что ты хотя бы можешь взять. Понятно, вот так не получится примериться. Это неудобно, нужно кольцо побольше, чтобы нож можно было чуть-чуть приподнять. Тогда будет удобно. Вообще, если вы видите на серию Вёрда скидки, цапайте, не думая. Ножи реально классные. А, еще хочу напомнить. Просто наша гранд-дама
взяла без вот этого. Так, многие так берут. Элемента. Так многие ребят берут, потому что даже не видно, да? Ну ты же берешь ножичек новый в магазине. Напоминаем просто, имейте это в виду, очень много людей, которые забирают себе камушки. 120 на 60. Классический размер, кстати, у Икеи никогда обеденных столов такого размера не было. То есть априори это можно... А мне напоминает с ограниченной серии. Там что-то было похожее, мы с тобой снимали, в Ростове? Я не помню название. А там ковер синтетический, как у нас. Поняла. Кстати, да, похоже. Это не Леон же? Саманклоп, а может быть, да, потому это что вот это ограниченка. Мне напомнило сразу вот этот каркас. А вообще стола. Это размер столешницы Линмон. Но это на самом деле классно. Я очень надеюсь, что этот стол долго останется в ассортименте, потому что полностью металлическое основание. У вас есть колеса, которые вы можете передвигать. И стопорить, чтобы он от вас не уехал. А ДСП плюс ламинат высокого давления. Что это значит? Что это износостойкая кухонная столешница, которую вы долго будете ухайдакивать, прежде чем ухайдакаете. Можно я себе теперь честь свою почешу? Мы жаловались, что нету, да, в интерьерах, именно что прям только на новогодней посуде, пожалуйста. А там это, Краснодар дозированно преподносит новогоднюю коллекцию. Да? Кстати, вот он вариант, здесь полностью новогодняя коллекция. Смотри, но мы сейчас уже доснять не сможем, потому что уже два раза вышло, это нереально. Кстати, там заодно новые табуреты покажем. А, идем. Новинка же, новинка. Не важно, что она в новогодней коллекции. Мисочку мы вам большое блюдо показывали за 1000 рублей, ручной работы за 500 рублей, хендмейд 15 сантиметров и малышарики. Пойдем искать цену малышарика. И малышарик 399 рублей 11 сантиметров. Ой, Дим, я вот от этого прям кайфую, вот как гончарный круг идет. Угу. Очень красиво, ребят. Вот с этими штучками, да, я согласна, это более антуражно. Ой, смотрите, какие фиговины появились. Грюбан. 900 рублей. Легкая. Два вида металла, белый и черный. На ножке обязательно нужны наклейки. Так, а что может греметь? Тут особо-то и греметь ничего. Переведите, пожалуйста. Просто я не понимаю, где гремит-то? Оно должно все быть фиксировано. Тут болты. А, я представляю, наверное, вот этот. Нет. Странно. Вот здесь где-то. Вот тут. Но, как стремянка. За то, что гремит, он сразу на 1000 рублей дешевле становится. Хотя он стоит 800 рублей. Вот это не гремит. Собрали, значит, так. И пусть будет здесь так. Что-то, как будто что-то забыли. Да, ну потому что такая безделушка сразу. Вот, смотри. Угу. Кстати, интересно, сколько выдерживает по весу? Много. До 100 килограмм. Много. Прикольно. Альтернатива. Бэквому. Бэквому за более меньшие деньги. И выглядит вполне эстетично, смотри. На нее можно как на табуреточку посидеть. Мне нравится. Ни по кого. Фардаль, глянец. Ребят, он реально классно эксплуатируется. У него у заразы один большой жирный минус. Цена. Фардаль никогда не был дешевым. Имейте это в виду. Одна дверь 4000. Но он очень благородно смотрится. На нем не особо остаются следы. Хорошее окрамление. Он стоит этих денег. Согласен, пятачок? От Винни-Пуха слышал, да? Ага, я бы сейчас сказал вам. А то опять хейтеры проснутся. А маску же снимать нельзя, можно вот так. Ладно, дальше пошли снимать. Вот это ждали очень давно. Бергсбу в цвете беленого дуба. Очень классный, бюджетный, нормально эксплуатируется. Когда хотите что-то недорогое, но более-менее, чтобы выглядело, берите Бергсбу. Нюанс двери, то, что они разные по оттенку будут. Да, это всегда у беленого дуба. Относится вот к таким переходам. Но это норма для беленого дуба. Не ищите одну и ту же дверь. Не найдете. И форсант в новом цвете, хоть это и не новинка уже, это просто безумно вот красиво. Вот это намного интереснее смотрится. Хотя стоит 1800, это очень дешево для паксовской двери. Так, гримы появились в новых цветах. Темно-синие. Серые. Кстати, с новой хавты, да? Вот этой серии хорошо будет смотреться. Mm-hmm. А форсант серо-синий. Ну, это показывали мы.
Видишь, какой переход? Он и мятный, и серый, в зависимости от освещения. И фар, да? И еще и желтый. Он тоже красивый. Но мне кажется, быстро надоест. Быстро захочет избавиться от такого цвета. Радуюсь, что все-таки паксовские распашнушки стали меняться. Виндрум 8000. Ну, это уже не первая такая вот у Икеи линейка с неровностями. Обычно в пару бестовых выпускают, чтобы можно было шкаф составить и в спальне, или в гостиной где-то. Так. Ну, форсант белый тоже не новинка. Все. Ребят, еще одну дверь нашли классную. 4000 стоит Рейнс Волл. Дим. Ну, в принципе, это все то же самое, да? Они все в одном ценовом сегменте, все одного исполнения, отличаются цветом, немного плотностью и вот различными окантовочками. Здесь вот, когда вы выбираете двери в одном ценовом диапазоне, выбирайте уже по цвету. Потому что обычно у Икеи, когда двери в одном ценовом диапазоне, они одного и качества. Имейте это, пожалуйста, в виду. Никаких скрытых, да, нету. И я очень хочу, чтобы ты мне прям вот пойдем покажешь. Бергсбу черно-коричневый, Беста черно-коричневый и Пакс с дверями Викидаль. Казалось бы, три совершенно разные линейки, которые никак между собой не сочетаются. Но за счет того, что можно попасть более-менее в цветовую гамму, Дим, только не упади, можно быть это лаконично. Но я предпочитаю вот такие сочетания в белом цвете, потому что то, что мы видели, это для меня гроб на колесиках. Так. Хауга, которая новая серия, про которую мы только вам говорили, комоды. А почему решила остановиться возле них? Ребят, смотрите, большой комод, ну, который как бы объединяет два комода, да, очень похож на мелкий Раст. Он, кстати, по глубине подобен, чуть пошире, чем Раст. Что мне не понравилось? Я не знаю, как это будет в процессе эксплуатации. Как у самых дешевых комодов. Комод стоит 7000. Дальше. Иди сюда. Я не хочу разграблять новинку, я хочу дать ей шанс. Но ничем не окропленная, не окромленная ДСП. Это быстро. Ну это Бримнос, Тань. Дим, один это в один. По цене как да? Бримнос. А вот так это Бримнос. 7000 стоит, даже усиления нету. Это как Сканевик, блин, по качеству. Да, но зато вот красиво, очень. Мне под трусами и носками очень важно, чтобы у меня был внутри цветочек. Это безумно важно. Мне интересно, как это будет эксплуатироваться. Поэтому у кого уже есть эта серия, Дим, давай направляющий еще покажем, там видно. У кого есть эта серия, расскажите, как вам. Ну вот они, самые дешевые металлические направляющие. Да? Да. Ну вот смотри, он не маленький. Того хоть в цвет вкрашенный, покрашенный. А так обычно и серенький могут поставить. Хорошо, вот смотри, вот этот 7. Вот тоже пародия, та же пародия стоит 15. Так, а Малин сколько 8. Стоит? Да я бы Малин взял. Знаешь, он мне что напомнил? Тодолен. Вот соглашусь, соглашусь. Вот смотри, давай сейчас найдем альтернативу. Вот три ящика. Размером он у нас получается 70 на 84. Окей. Сканевик 70 на 72. Кстати, за одну новинку покажем. Сканевик появился глянцевый. То же самое. Но это стоит 4500, а это стоит 7. Теперь пойдем мальмом пошавшим. Кстати, Сканевик глянец интересно. Будет хорошо с Бестобурс сочетаться. Только интересно, как покрытие себя поведет. Ну, вроде это. Ногтей моих не боится. Пришла просима, да, шипеть. Мальм 8000. Но менее гремука. Он менее гремучий из-за того, что он более тяжелый. Дим, и у мальма хотя бы есть сейчас железные направляющие усилия. Посмотрите. Сделали наконец. Он стоит 8000. Ребят, я, конечно, все понимаю. Но вот если бы вот эта линейка, я опять говорю, я хочу дать шанс. Вот это дорого. 15000 за такое, это безумно дорого. Потому что точно так же в этом же ценовом диапазоне линейка Сангисант, которая выше по уровню, выше по сегменту и выше по качеству. Поэтому, блин, ну, посмотрим, как будет эксплуатироваться. Потому что, может быть, я свое мнение могу изменить, потому что это икеевская мебель. Она имеет свойство
иногда меняться в лучшую сторону. И так сойдет, говорят тебе. Да, ну тогда пошли, раз сойдет. Ковыряемся дальше в линейке Хауга. Гардероб. Полная альтернатива визуально Хэмлосу. Согласись, Дмитрий Юрьевич? Да. Отличие. Дверки более толстые, потому что не шпон, а опилки. Но а сам механизм вот этих, да, открывания дверей, он остался тот же. Это не знаю, просто работает заеданием. Вот смотри, раскрыла я нормально? Да. А закрываю с усилием. Да. Так, давай смотреть, что внутри. Внутри у нас одна штанга. Внутри чтобы у нас одна полка. Отрегулировать дверки в плавный ход, да? Тут нужно очень сильно постараться и не пара бутылочек пива выпить. По-другому не получится, да? Да, сразу не получится у вас. Во втором отделении, друзья, все то же самое. Честно? Но я не знаю, столько вам в стиле это нужно. А так я не вижу смысла в этом гардеробе. И за эти деньги можно папу собрать. И закончу диалог. Я скажу, что вам в помощь. В помощь это будут ровные полы и ровные под 90 градусов стена. Если вы обопрете и прикрепите этот шкаф к стене, вероятность того, что дверки будут плавно, более плавно открываться, повышается. К сожалению, темновато тут, но мы постараемся. А где твой свет? Ну, из-за этого доставать. Значит, смотрите, у линейки с динозавриками появился новый полок. Тюра 2000. А здесь получается просто дырка. Ну, он для кровати Тюра. Это когда из кровати можно сделать и кровать, и игровое место. У нас, кстати, даже такой полок где-то был. Мы Надю куда-то пришуропливали для другой кровати. Ну, в другом цвете. Но, к сожалению, не прижилось. От слов совсем. Сразу прям было отказано спать. Прям душа радуется. Теперь целых 5 грудничковых кроватей. От 15 до 5. Раньше было побюджетнее, но все меняется. Значит, новая кровать. Тканилон. Стоп. ДВП и массив бука. 15 тысяч. Гунат. Дно кроватки можно регулировать в двух положениях, как, в принципе, и все классические кровати. Иди сюда. Через сеточку. Кстати, эта же сеточка у Алены в самой бюджетной киевской кроватке стояла, да? Да. Сосновой точно такая же? Получится, не получится показать саму. Ну да, наверное, видно будет. И три вот таких ящичка. Это уже чисто эстетизм. Ну, кстати, пора уже, наверное, по икеевским кроваткам пробежаться, поснимать их. У нас старшая выросла в обычной кроватке, Аленка в икеевской кроватке. Сколько раньше стоила? На 3 тысячи она стоила? 2200. Берите такую кроватку, все равно это годик и все. А сеточка, Дим, смотри, а сеточка та же. Но будет... Так, тут знаешь, как сказать, это как в автомобильном мире. Многие запчасти подходят от разных автомобилей. Ну, мы, кстати, снимали уже про кроватки. У нас есть отдельный обзор, кому интересно, заходите. У Икеи, Дим, договорю, есть кровати, у которых боковая спинка убирается, и кроватки вам хватает надолго. И я договорю, что детали не будут для тебя делать индивидуально. Чехол для лежанки, но это же не чехол для лежанки, это диванчик отдельно. Не для людей. Не для людей, для кисеньких собачек. Стоил он 4 тысячи, насколько мне не изменяет память. Но ценника на нем нет. И вот совершенно спокойно, да, вот он, место для собаки или кошки 3500. А смотри, как интересно сделано. То есть, это чехольчик сверху отдельно продается. Это свойство в миниатюре. Да, в масштабе. За 1000. Но выглядит так, что это целиковый диванчик. Поэтому, ребят, вот здесь можно прокололоться немножко, да? В общем, внутри отдельно 3500, а сверху 1000. Маленькая свойство. Ну, наша собака сюда не уместится. Она складывается, в диванчик превращается. Я знаю, вот она. Я говорю, наша собака сюда не уместится. Сколько жоп посадить? Вот такие лежачки появились, очень классные. Просто на самом деле это дорого стоит. В профессиональных магазинах 4000 стоит. Место для собаки светло-серое. Но вот это большое, я не могу цену найти. Вот здесь, Краснодар, у вас чуть-чуть. Вот в большую у нас поместится. Вот в эту? В самый нижний, да. Вполне. Вот я нашла цену. Ну, как ты думаешь, сколько стоит лежанка для Акиты? Да так же, 4 тысячи смотрим. 5. Да за 5 тысяч она мне на улице жить будет. Добрый ты. Нет, на самом деле очень хорошие боковушки, набитые, все съемное, все стирается.
Мне очень нравится икеевская серия для животных. А вот это малышариковская для кисеньки. Либо для маленькой собачки. Смотри, что я нашла. Умберлик. Нам опять возвращается Умберлик. Это тот, который теперь больше никогда не будет продаваться в России, при этом продается в Турции постоянно и никуда не девался. К нам вернулся тоже Китай. 24 сантиметра, 800 рублей. В чем фишка Умберлига? Очень хорошее толстое дно. Здесь, соответственно, стандартное тефлоновое покрытие. Тефлон здесь максимум, то есть один из премиумных тефлонов, который используется. Я Умберлиг люблю линейку. Я очень надеюсь, что она вернется к нам полностью. И, в принципе, сейчас есть из чего выбрать. Вот Хемглад. Давай уж заодно, потому что Хемглад, на самом деле, ну, это альтернатива, ребят, Шенке. И по визуалу, и по функционалу. Поэтому совершенно спокойно берите, не думаю. Мы, кстати, наверное, сегодня прихватим одну сковородку Хемглад, потому что готовить на той сковороде, которая у нас в жилье текущем, невозможно. И в Краснодаре есть еще запасы старой линейки Шенка. Поэтому, кому актуально, берите. Еще смотрю, мне что понравилось. У Хемглад линейка сама более широкая, чем Шенка. Больше, да, разный диаметр. И плюс еще большие плоские сковороды появились. Тоже очень важно. Потому что обычно, ну, получается, да, допустим, приходит клиент, мы не можем полностью его потребности удовлетворить, он уходит в другой магазин за другим ассортиментом. И вы прекрасно знаете, когда стоит такая, да, многозадачность, когда, ну, полностью закрыть потребность клиента, что это значит? Что чек будет больше, и покупка будет в одном месяце совершена. Но это уже психология продаж. Мы в отделе досок. Кстати, хочу сразу сказать, друзья, гарантия на доски деревянные также 2 года. Поэтому имейте в виду, если они у вас разваливаются, здесь смотрите по эксплуатации. Если эксплуатация была верная, но доска развалилась, воу, в сервис на возврат. Так, доска бамбуковая, Хексма. Когда мы уезжали, 3 недели назад в Нижнем были только маленькие, по 500 рублей, которые можно использовать еще как крышки контейнером IKEA 365. Пластику. Теперь еще появилась большая доска, очень добротная, очень плотная. Ну, мне нравится. Смотрите, классно. Вообще бамбук очень хорошо эксплуатируется. У нас дома аплик. И, кстати, аплик сейчас по Family на 100 рублей дешевле. Большую можно купить всего за 400 рублей. Это к чему? Если вы заранее покупаете подарки, покупайте их, пока есть скидки. Так, смотри, Майнрид. Значит, они уединение и комфорт. Полублэкаут. 2 гардины полиэстер. 3000. Кстати, неплохо блочит. Давно Икей полосатиков новых не выпускал свет. Вот они как выглядят в пачке. На люверсах. И на люверсах давно штор не было. Ты со мной согласен? Согласен. Ингимунда. Тоже, это уже затемняющие полиэстер, уже не на люверсах, вот они. Ингимунда? Нет, это Сильван. А как будто вот. Вот он, да, Ингимунда? Неплохо будет с новыми диванами сочетаться в гостиной по переплетению тканей, к Фрихтону подойдет. Потому что очень часто такой вопрос возникает, я хочу как у Фрихтона, чтобы была ткань. Так, вот они на шторной ленте, стандартно. Слушай, вот здесь вот я хочу сказать спасибо. По крайней мере, я могу это вот так вытащить. Это не привязано. Да, понятно, заморочились, обрезали. Но это удобно. Ой, смотри, какие классные шторы появились. Аналог Санеллы, более дешевая ткань. Биртна. Цвет бежевый, цветащий, светло-серый. И светло-розовый, господи, серый, все уже наговорилось. Ну, прям видно, что Санелла побюджетнее, да? Насчет ворсистости, но опять же, да, кому-то нравится. Так, пойдем еще немножко в шторках погуляем. На эту сторону бы. Смотри, Ингимунда, которую только что смотрели, в интересно розово-фиолетовом цвете. Вот такого сложного цвета у икеевских штор давно уже не было. Смотрите, какой муж хороший. Дим, давай шторы купим? Купай жалко, что ли? О, завидуйте. Такого больше молчу. Нету. Хаквинге. Орнамент листья. Ну, это когда хочется осеннего текстиля. Это не постоянка, это средней плотности шторы. Мяться будут, как, прости господи. Ой, теобаст в каком интересном оттенке в темно-красном появился.
интересное сочетание под определенный интерьер, как считаешь? Оно и по цвету, это по свету также будет хорошо играть. Переходами, да, в зависимости от того, какой тюль его обыграть. Да. А вот они прям рядом. Анна Кайса, мы розовые уже показывали. И Биртр. Блин, я так хочу Санеллу рядом. Потому что это вот по изображению экрана на сайте вообще я думала, что это, ну как бы, да, Санеллу сделали альтернативу. Ребята, но это не Санелла, это прям вот, ну, более дешевая, более лысая ткань. И потоньше. И потоньше. И даже к рукам неприятно, мне прям так. Вот шторы надо каждый день трогать, да? Утром встал, потрогал, все, жизнь удалась, да? Так что ли? Да. Вот, Санелла, смотри. Есть разница? У Санеллы, во-первых, этот ворс более тонкий. Поэтому смотрится более фактурно. А там она как плед повесила. Так, смотри. Естественное очищение воздуха. Еще желтый цвет появился. В нижнем, по крайней мере, его как не было, так и нет. Да пойдем уже. Так, значит, тот же Майорит, который показывали, бежевый с синий. Ну, тоже интересно, имеет место быть под определенный стиль. Потому что хотя бы что-то новое, да, непривычное киевское полосатое. Дюторг синий. Спорим ли он за эти деньги? Да, Лен, 4000 рублей. Кому мятой тряпки? Кому мятой тряпки? Но не люблю я льняные шторы. Возможно ли ее погладить? Можно, если очень долго мается с отпаривателем. Еще одна мята тряпка. Ханна Лил. Господи, ребят, ну Ханна Лил не те цвета. Ханна Лил хорошо в объемных цветах. В полутонах, в пастели Ханна Лил никакая. Вот она даже в пачке смотрится эстетичнее, чем на выставочном образце. А вот Ханна Алена, смотри, Ханна Алена. Вот этим шторам на самом деле нужны допы. Тогда они играют. Когда они одни, они очень-очень пустые и невыигрышные. Если вы хотите что-то вот в таком цвете, но одну, возьмите лучше Вилбург, будет более эстетично смотреться. Таня, сумничала? Ой, а вот Санелла, смотри, в этом болоте. Ну что хочу сказать, Анна Мия заметно поредел. Даже вот если сравнивать старый Анна Мия и новый Анна Мия. Секундочку. Прям вообще решето, да? Видно? А ее лучше просвет поставить, и, в общем, будет только заметно. Вот, смотрите, да, вот так. Новая видно, Анна даже Мия? Целом на этикетке. Старая Анна Мия. Ну, старый поплотнее был. Здесь нитка чуть-чуть пошелковистая. Пойдем еще новые плетики. Герхильд. 130 на 170. Такие приятненькие. С шторами будет хорошо, да? Перекликаться. Да? Да. Себастин. Ну, вот уже более-менее. Они полностью хлопковые. То есть можно использовать куда хотите. И зеленый цвет благородный, и бежевый. Прям даже мне очень понравилось. Красиво, нежно смотрится. Тысяча рублей. Угу. Линейка Юлвали уже не первый такой. А, нет, это Миолота была. Вообще я очень люблю такие ткани. Это вот, ну, не знаю, сейчас цвета просто модные такие. Красивый бордовый оттенок, осенний-осенний, очень мягкий, 130 на 70. Юлвали, красно-коричневый. Если хотите поплотнее, то Миолота. Но Миолота в таких красно-коричневых цветах нету. Еще смотри, очень шерстяной толстый плед Раварор. Он уже не первый раз входит и выходит. 3500, но он толстенный просто, ребят, он прям. Он двухсторонний, очень плотный. Как бабушкины кофты. Он очень теплый. Или плотнее. Смотри, плед. И плед, размер одинаковый. Ом Тенг Сам, плед, тоже из новинок, шерстяной. Кстати, очень дешево за шерсть, имейте в виду. Такого нежного. Знаешь, он вот серый, но вот в зависимости от освещения, как будто сиреневый уходит, да? Ну да, небольшая розовинка присутствует. Вот там будет. Ну, с красным, конечно, зря это. Колючий, но классный. Потом, еще один новый плед. Людмола. Людмила практически. Ты кто у нас? Акрил. Ой, слушайте, как палантин. А полностью нельзя растянуть? Нету. Максимально, чтобы присутствует показать.
Ну да, хотя бы вот так вот. Переворачиваю? 1000. И еще из этой же, не из этой же, а Юлвали, которую мы вот только что снимали, есть еще серенький плед. Ну, декорету мы вам уже показывали. Ой, ну вот, я просто обожаю такие ткани, когда хочется чего-то уютного, вот эти ткани рекомендую, они же классно смотрятся. Саголовиза, новые подушки, уже сразу с чехлом, чехол съемный, стоит 500 рублей. Вот таких подушек, честно, не хватало. Внутри подушка 40. Сколько она у нас? 30 на 58. Не 40 на 65, а 30 на 58. Так вот, ну, в принципе, суть проблем, ты понял? Так, пойдем дальше. Иванова, добро пожаловать в Икею. Постель For Blomic. Хлопок 100%. Вот такой вот шикарнейший просто рисунок. Я ничего говорить не буду по этому поводу. По крайней мере, радуюсь, что более-менее нормального качества хлопок. Надеюсь, он тусклеть не будет. Очень на это надеюсь. И очень надеюсь, что синергизм Икея России и Ивановский трикотаж будет все-таки давать нам интересные оттенки, а не вот такое, да, вот буйство-буйство красок. Так, это мы показывали, это альтернатива фланели по расцветке, но это не фланелевое постельное белье, пожалуйста, имейте в виду, у нас клиентка одна успаряла с нашими менеджерами, нет, это фланелька, ну не может, ребят, фланелька столько стоит, физически. Пойдем, еще новая постелька. Ну, тоже Ивановская. То же самое, да, а вот это мне нравится. А вот это фланелька. Ну, покажем лохмотьсяц. Вот это Турция уже. Двушка 3000, однушка 2500. Интересный цвет, он и мужской, и женский, потому что Икея обычно цвет фланели выпускает больше мужской. Дальше, лютосмин, который нетосмин только боком. Одна с палочкой, красно-коричневый, 2200. В Пакистане делают лютосмин. Это икеевский хлопковый сатин, 40% хлопка, 60% хлопка, 40% лиоцела. Очень износостойкая ткань, как-то вот можно вот красоту неземную показать. И очень классно летом. Ты любишь такие постельки, да, летом? Подушечка тоже оригинальная сшита. А у нетосмин всегда так и было, с хвостиками подушки были. Очень крымское название. Гюрлёв. Ассоциативный ряд Гюзлёв и, соответственно, Евпатория. Но не суть. В общем, вот такой ковер в восточном стиле, серый с рисунком, 133 на 195. Понятно, что за эти деньги голая синтетика, но из плюсов. Раз. Окрамленный край. Он не будет задираться. Два. Данный ковер средненько по вычищаемости, но не такой плотный, как вот ковер с ромбами. То есть чистить будет более-менее. Еще хочу обратить ваше внимание на один новый коврик тоже. Девочка, развернись, пожалуйста. В общем, Гюрлёв есть теперь еще и маленький. Ну, в принципе, линейку уже убирали. Была такая цветная. Сейчас, помнишь, мы в Израиль отправляли подписчицу. Вот, сейчас серая. И еще стоенце. Светло-оливковый цвет. Я просто более удачного места не вижу, чтобы его показать. Вообще, стоенце люблю. Я вам уже говорил. То есть у меня на нем нет козьих троп. Он не протаптывается, он просто утаптывается. Вот так со временем, да, заглаживается. Вот прямо вот здесь очень наглядно, как будет, вот как выглядит новый ковер и как будет выглядеть ковер в процессе эксплуатации. То есть вот этого вашего цветового перехода почти не будет. То есть нить сминается и контраст между ними стирается. Имейте, пожалуйста, в виду, ну ковер просто опупенный, плотный. Очень классно малышариком по ним ползать. Малышарики. Мы нашли для вас еще один Гюрлёв, просто в сером цвете. Такой же, если я не ошибаюсь, пока Дима показывает ракурс, есть и бежевый. В общем, Гюрлёв, ребят, сейчас в трех рисунках. Серый однотон, бежевый рисунок и серый с рисунком. Цена от рисунка не зависит, одинаково. Кстати, тут прям очень симпатично, да? Я побольше с рисунком люблю. Ну, на вкус и цвет фломастера разные. У Сальвикина полотенчик новый цвет. Сейчас угадаем, Дима угадал. Нет, Дима, это Индия делает. Одна сторона вафельная, другая сторона просто махрюшка. Серия очень давно в продаже. Классно себя зарекомендовала. И, кстати, винтер полотенца. Ручная работа, 700 рублей. Логотип handmade.
Таиланд. Хлопок. Такое вот хлопковое полотенчико. Можно, кстати, как настольную дорожку даже использовать. Ну, только более... Ну, все... А, это нет, куртан мы показывали. Пойдем еще одно полотенце покажем. Викфьерд в бирюзе появился. Вообще радует, что Викфьерд у нас не выводит, потому что Викфьерд некоторые цвета выходят, но хотя бы на замену приходят другие. Есть альтернативы выбора. Вообще Викфьерд люблю. За счет чего? Двухсторонние, очень плотные, очень хорошая плотность нити. Сделан Викфьерд у нас, друзья, в Индии, как и многие текстильные полотенчики. Ну и, соответственно, зарекомендовал себя в плане качества, что он, ну, там, не вытирается, не вылазит и так далее. Здесь еще розовый, будем ходить? Ну, пойдем новый оттенок покажем. Но он не совсем новый, его чуть-чуть сменили оттенок как раз, а так он был. И рядом еще, раз уж мы в этот отдел пришли, Флодорен розового цвета, это синий мы уже показывали. Флодорен розового цвета, тоже хорошие плотные полотенчики. Я просто для себя сейчас пришла к выводу, что, наверное, все-таки полотенце вещь очень расходная, тоже Индия, но когда мы берем более плотные, более качественные полотенца, нам этих расходников хватает на несколько лет, чем когда мы берем вот сие и очень быстро выкидываем. Упван синего цвета. Чем Упван хорош? Он постоянно, да, то есть приходит как новинка, только в разных цветах. Он очень мягенький, плотненький, прорезиненный. И я очень хочу, чтобы ты показал то, что сзади тебя. Ребят, реально классно. Зеркало, все халаты, все размеры на петельку. Снимай, мерей. Вот это мне понравилось. У нас в нижнем такого нет. Они у нас не все, во-первых, представлены. И они многие просто вот в одном размере только. Пойдем в свет, а там две лампы нашла. Где шлялся? Уберите, пожалуйста. Смотрите, мы нашли офигенную лампу. Называется Раварор, нержавеющая сталь. Купол примерно как у Фьельба, ой, господи, это Фьельба, у Форса, но более большой. Сюда подходят, соответственно, вот такие лампочки. GU10. Не надо, не включайте, давайте продемонстрируем работу рабочего стола, ой, рабочего светильника и потом вкрутим. Татьяна Павловна, ну, включите. Я выключаю лампочку на место. Смотри, угу. В чем фишка? Во-первых, эстетизм, да, довольно-таки легкая. Эстетически приятная. Вот за эту штучку, удерживая, поднимаем лампу. Здесь регулировка, но здесь есть за верхний лепесточек. Вот за это, да. А опускаем мы вот так. Как колонка. Воду качаем. Это первая лампа в Икее, про которую я могу сказать, да, ребята, это реально интересно, оригинально и красиво будет смотреться. Сколько оригинальности стоит, напомните? Оригинальности стоит нынче 2500. Оригинальная цена. Сальскур, лампа настольная светодиодная в виде купола. Она уже не разбирается, ребят. Все здесь внутри вмонтировано. С 1500. У настольной лампы светодиодной панды появился друг собачка. Они пластиковые, неушибаемые. Ну как, было бы желание убить, может быть, за что угодно. Пандюша спит, пандюша бодрствует. Сначала хотела сказать, не травма опасная. Да, не травма опасная. И собачка. 1300. Ой, вот эти вот тоже штуки хотели снять нижним, но их еще не было. Светодиодный ночной светильник Корнсно. Ну, милота же. Очень. Может, Аленке такой купим? Там это нас... хорошо подойдет тем детям, которые боятся спать в темноте. Ну да. Лапушка. Или кто любит путешествие в туалет. И совушка новая, маленькая, такая классная. Как тебя включать-то? Потому что большая сова, во-первых, она стоит 1300, во-вторых, она очень огромная. Вот такая вот милота. Такие вещи вообще в маленьком виде смотрятся очень оригинально. А сразу не отходя от карты. Дегарен. Все дальше веселее-веселее. Вот такая стрелочка, это уже, ну, рисовать можете сами все, что хотите, она чисто белая. И это уже подростки. А это указатель можно сделать. Родители на выход? Вот. 2000. И пойдем еще покажем. Тоже новая интересная линейка. О, уже по фамилии. А бра светодиодная 1300, конечно, блин. Обычные брашки это по 500 рублей, а вот эти светодиодки
получается по 1300, если не учитывать IKEA Family. Еще новинки. А это уже были, были. Вон, их начали это, сам скопа. У нас было просто, они же не представлены только в одном цвете, по-моему, или вдруг белый-красный, а вот чужой. И вот, смотри, бросает диодный, видите, вот такую полянку железную, 1500. И вот такая лисичка. Ну, конечно, она заявлена так резво-оранжевая, на самом деле она, да, наверное, такая красновато-оранжеватая, так и будет. И из бюджетной серии остались только продажи облака. Она оранжевая в случае, когда... Выключена. Ну, она не совсем оранжевая, она другого оттенка. Симрис Хаммон. На 7 рожков, 8 тысяч. Вот сейчас только что Дима про это говорил, повторюсь. Мне что понравилось в Краснодаре, люстры более-менее на доступности вытянутой руки. То есть я могу оценить, насколько вот будет неудобно протирать и так далее. Интересная люстра. На каких батареях? Это на чем работаем-то? Е14 цоколь. Так, пойдем сразу еще одну новиночку покажем. Я давно ее за ней охочусь. То есть это для тех, кто прям канделябр хочет. 6000 рублей на полку металлическая. И вот из той же линейки, которую мы сейчас показывали на 7 рожков, Симрис Хаммон на 3 рожка 4000. Ну, адекватный ценник, более-менее современная люстра, адекватно смотрится, не громоздкая. Как ты считаешь? Да. Да? Ну тогда пошли разбираться. Вот тоже первый раз вижу, опять, да, плюсик к корму Краснодару, чтобы вот так шнуры-подвесы были представлены, что здесь видно все. Обычно они подвешены, и мужики прыгают вокруг них. А, значит, новые подвесы Sunebu. По 500 рублей они стоят. Другой уже форму патрон. То есть он прям полноценный, сюда можно просто повесить красивую лампочку, больше ничего не надо. И цвета новые. Охра, белый, черный. И вот сейчас смотри, с какими полноценными металлическими патронами. В отличие, например, я сначала подходила, думала, говорю, блин, что-то дорого. Теперь понимаю, что их можно использовать вместо абажура спокойно, потому что вот, допустим, хэму не получится. Здесь примитивный патрон, его нужно закрывать. А такой патрон в сочетании вот с такой красивой лампой, Димочка, можно повесить и пустым. Смека в котиках. Клюнс в котиках. Ну скажи классные. Ну хоть что-то начали рисовать. Ну, белый это, цвет, да. Он был просто белым, ну, прям цветом. Вот, мимишно, мне очень понравилось. Как эти банки от диафильмов, да? Линейка Анилары пополнилась новыми друзьями, полностью металлическая коллекция. 500 рублей набор вот из таких трех, ребят, баночек. Интересно, стильно смотрится. Можно использовать на кухне. Здесь луженая сталь. Дальше вот такой пенал. У нас точно такой же пенал есть с головой там кого-то змеи, по-моему. 150 рублей. Чем понравился пенал? Ну, во-первых, он железный. В нем не так быстро вы все повредите. Наши дети еще не смогли его ухайдокать. А дальше Анилары. Помнишь зеленый набор, который был прям вот под этот... такой османского стиля? Да. Теперь он полностью металлизированный. Ну вот, Краснодар, вы, наверное, это озаруете, раз вам все приклеивают. Как нам там сказали? Что это такое было? Это две часы. А, как нам сказали, зачем вы трогаете то, что на продажу? Берите только выставочные образцы. А вообще, ребят, честно, хейтеры, вообще такая безумная вам благодарность. Вы те люди, которые нас заставляют двигаться вперед. Вот если бы вас не было... вы бы, наверное, такими же и были. Да. Именно вы для нас огонь под задницей. Так, Анилары, 700 рублей, 2 контейнера. Очень классно. Я, наверное, знаю, что я Светику в подарок привезу. Она любит такие коробки. Да уж актуально. Ну, для нее, да. 700 рублей. Угу. Очень на медицинские боксы похоже. Так. О, господи, я думала, у нас IKEA с ума сошла. Нет, это просто... дизайнеры решили показать вам, что можно, в принципе, любой цвет покрасить. Мы сколько снимаем, я все хочу подойти к этим консолям. Говорю, неужели у нас нового цвета консоль? Нет, слава богу, у всех с мозгами все нормально. Мы с тобой в отделе хранения. В принципе, нам осталось немного. Я к чему? Это сним... ты сейчас снимаешь? Я к чему, что, друзья, если вы утомились смотреть, то я думаю, вряд ли я сейчас найду вам еще очень-очень много новинок, и скоро вы, наверное, с вами попрощаемся. Пойдем. Набор коробок Malaren, 600 рублей, 7 картонных коробок. Для чего нужен? Тупо для разделения. Больше смысла нет, но это очень удобно.
И исходя из высоты, можно в любой письменный стол, в любой ящик письменного стола. Кстати, вот, Дим, сможешь подпрыгнуть? Ароматические свечки, яблоко, груша еще и в белом цвете. Есть в красном, корица, а есть и в белом. Люблю эти коробочки не из-за свечей, сразу скажу, я не сильно любитель свечек. Сама коробочка очень интересная. Очень красиво смотрится. И, кстати, икеевские свечи, когда вы их используете по назначению, такой ароматики яркой от них нет. Имейте, пожалуйста, это в виду. Так, давай пробежимся по новым свечам. Нас это просили подписчики сделать. Так, новая свечка в стекле. Мэткапли. Летние поля. Кстати, вот красный, который... Дим, переверни камеру немножко. Красный, прям яркий аромат корицы, очень приятный. Яблоко, груша, непонятный, незаметный аромат следовый. Фу. Бе. Вообще не поняла, какой-то летние поля, ну нет ассоциативного ряда с летними полями. Сладкая ваниль, зеленый. Знаешь, такое переслащенное мороженое. Прям вот много и сразу, и все в тебе. А, вот это нас просили показать. Осинлик. Свечи в стакане. Стаканы, керамика. Смотри, свечи за 2000. Вы видели, как у Димы глаза округлились. Керамика. 9 сантиметров. Но мне нос нужен. Табак, мед. Табак, мед. Прям медовый-медовый. Очень классный. Это свеча на 4 фитиля. Смотри, какая большая красивая шкатулка потом останется. Mm-hmm. Дальше. Это дизайнерские вещички, не забываем об этом. Упакованы они все вот так. То есть те, которые без крышечек, они в таких коробочках. Ну и которые с крышечкой, даже коробочка. Дальше, маленькая. Свеча в стакане, цветок хлопчника. Хлопчатника, все, Таня зачиталась уже. И яблоневый цвет. Кстати, более натуральные ароматы, чем вот у бюджетных свечей. Инжир кипарис. Ну, очень красиво. Переходы такие. О, инжир, инжир. Прям вот свежеразрезанный инжир. То есть, получается, более дорогие ароматизаторы в этих свечах использованы. А дальше зеленая за 2000. Цветок хлопчатника, яблочный цвет. Ну, то есть, понимаете, да, они дублируются. Инжир кипарис 10 сантиметров. Чайный лист вербена белый. Кстати, они... А, с крышечками. Вот, которые уже по 800 рублей, они... крышечками, друзья. Да их даже просто как ароматизатор для дома можно поставить. Да, вот они прям яркие, насыщенные, они настоящие. Базилик, мята. Дима любит базилик. Роза, малина. Слушайте, ароматика достойная. Просто спрашивали, просили нашу оценку. Мне нравится. Значит, смотрите, какая градация у свечей. Средний 800 рублей. Малыши 350, кстати, можно заказать малыша, если вы далеко и сомневаетесь в аромате, и большие по 2000. Так, гранат и смола. Ну, прям терпкие гранаты. Видите, ну, сирень, ну, я сижу, вот, сижу, стою, снимаю, и вот идут такие благородные, приятные, да, ароматы. Как от парфюма. Ребят, достойная серия. Насколько я не любитель свечей, но здесь ценник адекватный. И просто цели... раньше, лет 10 назад, Татьяна зал оформления пробегала очень быстро. Ну, у меня на самом деле было очень много аллергии. Опять же, да, скажут, опять про свое сибирское здоровье. Но, ребят, это правда. Я могу пить кофе теперь, могу кушать соленую рыбку. У меня прошла куча аллергии и куча проблем со здоровьем. И все благодаря... Где? Там. Вот ты как думаешь, сколько стоит вот эта полка? Рублей 300. Сколько? Рублей 300. Ты угадал ровно в 3 раза. Больше. 900. Обалдеть. Полка классная, интересно, но дорого безумно. За акриловый пластик это безумие просто. Окей, вы куда катите? Такое дерево не купите. Еще смотри. Мансард. Сколько такая полка будет стоить деревянная? Я больше 800 не дал. 2000. Но у нее полка и крючки. Остановите это мир, я выйду. Уходи. Так, новые постеры. Кстати, многие задают вопрос. Зачем икеевским постерам рамка? Ну вот зачем. Да? Да. Вот, их можно здесь показать. Фламинго. Дом с шаром. Я умничать не буду.
На самом деле постеры очень классные. Прям как Алиса в стране чудес, такой в стилистике. И с рамами постеры смотрятся, ребят, законченными, они смотрятся благородными. Поэтому есть смысл постер бумажный засовывать в рамочку, где-нибудь ты упадешь. Вот прям респект, даже ничего не объясняя. Очень классные рамки. Телма, цвет белый, серый, красный, такой под бордо. Размеры разные, но очень адекватный ценник. 15/20 с паспорту. 149 рублей. Понятно, что зад будет дешевым, потому что на самом деле ценник бюджетный за такое исполнение. Но лицевая часть, та, которая в принципе, да, стоит лицом к нам, очень достойно выполнена. Поэтому вот эта линейка мне очень понравилась, ее рекомендую. Я на нее смотрела еще в инете, поэтому я совершенно спокойно к ней так проскользнула. А дальше, смотрите, у Фигзмы появились новые цвета. Мы пойдем сейчас их найдем. Фигзмы появились вот такие новые бордовые и вот такие новые светло-розовые, но это прям ближе к кораллу, и плюс темно-синий. Линейка Фигзмы уже проверенная временем, но вот у них, кстати, такая же дешевая пупка, как у предыдущих у Тельма. Но они тоже хорошо эксплуатируются. Радость, что увеличивают количество вот таких квадратных рам. Есть из чего выбрать. Ты знаешь, что наши любимые рамки на ножке убрали из продажи? Вот им альтернатива. Называется рама Фиестат 10/15, 99 рублей. В принципе, неплохой пластик. Здесь стеклышко, тут просто варвары разбомбили. А так, маленькая менюшечка, ну не менюшечка, а в кафе, да? А если еще разного цвета сделать, вообще классно будет. Так, тем мы уже показывали. Пойдем еще новые рамки глянем. Зеленый стиль, ребят, тоже адекватный ценник. 30/40 стоит 700 рублей, 13/18, что я держу в руке, стоит 300 рублей. И еще в них сразу вложен рисунок. То есть, когда вам, например, вы делаете стиль Прованс, данного рисунка вам вполне достаточно, не нужно менять. 10/15 стоит 250 рублей. В чем уникальность рамочек? Во-первых, трехмерный рисунок. Раз, два, три. Большая тяжелая рама. Они такие основательные, они добротные. Но эти рамки к определенному стилю, они не могут быть вот просто... Я захотела воткнуть. То есть их нужно знать, куда вешать. Давно вот эти рамки ждали такого размера нестандартного, 20/25, ждали дизайнеры. Единственное, что если вот еще был вариант, что стекло можно ставить было бы сюда, их бы разбирали в лед для всевозможных рукоделий. Но нет, они только под фото, пододвинуть возможности нет, потому что вот эта часть больше. Хотя если выпилить и вот как-то собезьяничать... Ну что? Новинки мы сняли. Специально отодвигаю маску, потому что говорить уже тяжело, и меня плоховато слышно. Народу в магазине сегодня очень много, 10 ноября. И очень радует, что IKEA Адыгея не убирает летнюю линейку, потому что во всех городах эту серию убирают. Но еще кроме Ростова. Ростов и Адыгея ее оставляют. Поэтому, ребята, вам респект. Есть возможность сфотографировать, посидеть, потрогать именно на летней коллекции. Новинки мы показали все, что нашли в магазине. Как обычно, ждем ваших откликов. Да, лайк, дизлайк и 4 слова вашего комментария.